Жили-были три жулика – Рубик, Филимон и Маруся. И промышляла эта троица мошенничеством в особо крупных размерах со старинными иконами. Тебя я что, дверью по голове шабанула? Не отдам! Не отдам! Она на его маменьку похожа! Понимаю, ностальгия у сиротки проснулась! Последний день Помпеи и Филимона. Индийская гробница. Вообще-то я его оставил в этом мавзолее. Икону жалко. Икону жалко. И Филимончика немножко. Чуть-чуть. Времена такие, перестроечные. Каждый выживает, как может. Станислав Садальский, Мамука Кикайлишвили и Всеволод Шиловский в остросюжетной комедии «Аферисты». Рекомендовано для семейного просмотра. Во вторник вечером на телеканале «Самара ГИС».